Мы, друзья, приехали за 10 минут до прибытия самолета, хотя самолет прибывает на час раньше, чем запланировано. Но мы вычислили этот факт на веб-сайте, где там все это показывается, и пошли в Starbucks. Думаем, раз мы на 10 минут раньше приехали, а тут тем более из Кении подвезли зерновые, кофейные. Вот. Так мы что-нибудь сейчас и слопаем. Так. Три гарних хлопца стоят и ждут четвертого. Я думаю, как заговорила на украинский да. Манера, но с таким, знаешь, муромским таким. Ну уж извините. Ждут четвертого хлопца. Чекаем. Да. Ну скажите что-нибудь. Мы же, правда, ждем. Ждем. Так, что тут сказать? Enjoying life. Enjoying life, да. Без кайфа нет лайфа, хоть фейсом об тым. Поэтому, значит, вот мы... Это я не чувствую по-английски. Ну хорошо, мы за keep in touchимся later. Да. Вот они, друзья, три богатыря американского тестирования. Три румейта Силиконовой долины. Представляйтесь, вот, новичок. Андрей, морячок из Керчи. Новичок был морячок. Морячок. Так. Из Керчи. Как там в Керчи-то? Тепло. Девчонки как? Типоличные? Девчонки, отлично, да. Хорошо. Отлично. Привет им передайте. Привет, вот. Керчи, привет Москве, привет Киеву. Так, хорошо. А у вас невеста какая-нибудь осталась там? Ну, посмотрим, походу. Как себя вести будет? Да. Так, хорошо. Так вы реально там как бы ходили на судах там куда-то? Ну, конечно, да. Ну и... По миру. Вот, по миру? По всему практически. Вот то здесь есть... западное побережье не было, США, так. Восточное там бегали. Ну, то есть не надоело вам так? Ну, надоело. За границей надоело. Нет, за границей не надоело. А есть такое, вот возвращаешься из-за границы в Керчь и думаешь, дома? Ну, как-то уже нет, на самом деле. Уже нет. Раньше, да. Вам тут на таможенном досмотре сказали welcome home или там пограничник какой-то? Ничего не сказал вообще. Мне, кстати, ничего не говорили. Не посмотрели, да. Вот они какие. Значит, уже... Сказали, вот ваши документы. И проследуйте. Хорошо. Значит... Вы тоже лотерею выиграли? Да, лотерею. Да? О, с первого, поздравляю. С первого раза? Спасибо, да, с первого раза. И вы с первого? Нет, я не лотерейщик. Я не азартный. А вы кто? Я по политике. Политический? Да. Так. Но... А я со второго раза. Понял. Лотерейщик. Понял. Ну что же, хорошо, значит, будем ждать багаж тогда. Я вот этот момент, как я иду к иммигрантовозу и нажимаю кнопку, вот до собеседования еще, это 2 недели назад всего собеседование было. Так. Я его прокручивал в голове, раз 150 он вот, как-то вот я визуализировал. Ну вот он, и вот он, иммигрантовоз. Наконец-то свершилось! Вы представьте, что ваши родители будут смотреть. Конечно, будут. Когда мы с... Подай, где машина, ага. Когда мы с Натальей беседовали, я сказал, что у нас морячок приезжает. Ваши родители смотрели. Привет родителям, да. Как зовут привет. Родителей? Людмила и Игорь. Людмила и Игорь, привет! Да. Так, где? Слушай, у вас парень. Где мигрантовоз? Вот он. Так, открываем крышечку. Давай я буду. Открываем крышечку. Так, значит, традицию мы все знаем, но я на всякий случай повторю. Значит, нажатие кнопочки на иммигрантовозе символизирует закрытие двери в прошлую жизнь и начало пути в новую. Подождите. И в тот момент, когда у нас молодой человек нажимает эту кнопку, мы в этот момент все нажимаем кнопочку лайк, да, на... под видео, и, соответственно, мы энергетически поддерживаем его, и нас, и я больше скажу, мы не только его поддерживаем, но обратным вот этим вот потоком, я бы сказал, мы подключаемся к эгрегору иммиграционному, и вот этот, становясь частью этого эгрегора, мы тоже получаем импульс, поэтому, значит, вы нажимаете кнопку, а группа поддержки ликует. Поехали. Давайте, ликуем! Все, вперед! Good luck! Good luck.